Так, друзья, привет. Случайным или не случайным образом оказались мы в Кирилловке на Федотовой косе и попали тут в интересное место, которое хотели бы еще не раз посетить. Конечно. А вот, и вам хотим порекомендовать, если вы выбрали отдых в Украине, то, пожалуйста, обратите внимание на это место. Сейчас мы вам просто покажем, что это. Идем... В Украине на Азовском море, заметьте. Да, идем вперед, потому что фишка этого заведения находится там, поближе к морю. Трехместные, трехместные, двухместные. На любой состав семьи, с которого вы приедете. То ли это будут друзья, то ли ваши коллеги. Поэтому мы выбрали второй банкопад. А вот, друзья, собственно, сердце этого заведения. Потому что здесь проходит... Ну, я, как по мне, я еду всегда отдыхать в гастроту. Так вот, фишкой этого заведения является то, что здесь питание включено в стоимость проживания. А какое питание? Это не простые, как тут говорят, комплексные обеды. Здесь 14 комплексов. Кроме этого, есть расширенный список всяких блюд, которые вы можете дополнительно заказать. Там вполне за адекватные деньги. Цены очень лояльные. Друзья, смотрите. Вот это комплексы, о которых я вам говорил. Завтраки, обеды, ужины. То, что входит в стоимость проживания. А вот это отдельно. Напитки, еще еда. Друзья, каждый день блюда с мангала входят даже в базовые комплексы питания. Друзья, теперь перемещаемся от нашего кафе к морю. Море, чтобы вы понимали, 50 метров. Выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. У мусоров попадут, если в деле вадос, будет заместный закус. Эй, мусор, лови разнос. У мусоров попадут, если в деле вадос, будет заместный закус. Добрый день, что они к вам пристали? Не, ничего. Вот это Хамид? А, этот может. Ничего никто не пристался. А за что вас остановили? Я вам помогу, чего вы нервничаете? Мне все в порядке. Порушил это правило дорожнего руха, не требует. Если вы не побачили дорожнего руха, то вы устали, да? Нет. Зупинитесь, будь ласка. Дальше рухайтесь. Все вам ясно? Счастливая дорога. Документы можно? Конечно. Не, будь ласка. Нет. Как вам? А что вы нервничаете? Я не нервничаю, у меня все в порядке. Ну реально просто... Я не заметил знак, я не нервничаю. Я на спокойно. Настойчивость пассажира, я не знаю, чему. Но... Я почему? Олег, вы кто такой вообще? Я ж не с вами, я размовляю вас. Я с вами размовляю. Человек, наверное, ютуб смотрит. А может быть, а? Знает, знает, как общается полиция. Ну, дальше. Маску одели. Что-что? Что не так? Я не знаю. А вы не переживайте, что вы переживаете? Я не переживаю. Что вы нарушили? Можете сказать? Я нарушил знак. Обгон запрещен. Какой? Обгон запрещен. А вам видео показали? Вот вы соглашаете. Вам завтра скажут, дайте нам денег. Вы тоже будете денег давать? Конечно нет. Если я не нарушил, зачем? Я так зачем вы тогда останавливаете вообще? В смысле? А есть, ну, ладно, по-другому, подождите. Ну, сейчас, минутку. Вы так умеете для начала. Вы не будете меня снимать. Да вы не переживайте. Я не переживаю. Вы не переживаете. Хорошо. Вам фиксацию вашу показали, вашего нарушения? Мне не нужна фиксация, потому что я нарушил. А, вы нарушили. А вы знаете, тогда я уже вам так скажу. Они вас обязаны привлечь. Езжайте, пожалуйста, езжайте. А ты на маленькой езжай.
Пацаны, а что вы нарушаете? Что с разбитым лобовым стеклом есть? Что самое нарушает? Ну смотри, вот разбитое лобовое стекло. Ну, мабуть, только камешек вылетел. Приедем, заменим. Знаешь, в чем ваш минус? Что вы всегда врете. Абсолютно. Абсолютно. А я тебе скажу, что эта машина уже ездит очень долго с этим разбором. Вам так кажется. В смысле, мне так кажется. Вот так. Ты хочешь сказать, что только что разбилось? Ну, це лишний разговор. А ты знаешь, что эксплуатация заборона? Я говорю, це лишний разговор. Зараз, мабуть, камушек. Здорово. Небезпечно находиться. Конкретно. Ну, ты перегибаешь палку. Здорово, будь ласка. Даже ты меня руками трогаешь. А, ну, будь ласка. Юрий, лишний. Будь ласка. Ну, вы бачите, не получилось с водителем, свободы на место. А теперь вам объясняю, вы не должны были водителя отпускать, если водитель наруж. 13.95. Получается, вы решаете его судьбу, отпускать, не отпускать. А я вам скажу, у меня есть видео, где человек нарушает. И плюс, где вы включаете маячки перед мостом. Вы же его на обгон перед мостом же останавливаете. Ну... Правильно? На мосту, если бы ты правильно. Он еще на мост даже не заехал. Ну вообще это не мост. У меня две камеры пишут. И я видел это, понимаешь? Да. И ты хочешь сказать, что ты его сейчас отпустил? Вы бачили, у него грудна дитина сидит. Послушай, когда человек становится по знакам 3-3-4, пересекает разметку 1-1. Секундочку, Я тебе объясняю. Где эта разметка 1-1 там? Я за... Я обобщаю. В смысле? Вы же сказали, Юра, ну подожди. Вы когда хотите, вы дрочите людей. Когда не хотите, вы не дрочите. Вы начинаете уже не то балакать. Да не, я хочу, я добиваюсь одного. Чтобы было в рамках закона. А именно, смотрите. Совсем поступили в рамках закона. Знаете, когда бы вы поступили? В рамках закона? Когда вы бы начали рассматривать дело? В процессе розгляду справи выяснилось то. Людина, і по 247 часті. Водій согласився з тим, що він порушив ненавмисно. У нього мала дитина, що, не блядь, обгон на мосту, это що? Ви зміняємо або що? Обгон на мосту запрещен. Де ви побачили мост? Покажи мені. А, ти так починаєш грати в ігру? Подождите, вы сказали мост. Где мост? Вот это у нас это не мост. Это путепровод на русском языке. То бишь, хорошо, за что ты его остановил? Я вам уже все объяснил. За что ты его остановил? Я уже все объяснил. Покажи мне службовое посвящение. Тихо, ты предупреждай хоть, когда ты выходишь. Я ж не бачу. Ты главное не нервничай. Я абсолютно спокойно. Ты хочешь сыграть в двойную игру, значит... Ты его останавливаешь за якобы он обгон на мосту совершает. А теперь ты мне говоришь, что где это мост? Я это, знаешь, уже давным-давно. Не, на камеру я показываю. Покажешь. Не, на камеру, покажешь. На камеру я говорю, покажешь. Я показываю, ты покажешь. Я говорю, покажешь. Не нервуйтесь, будь ласка. Это на ты камеру не показывать ничего. Я не буду. Так будешь. Вам посвящено, пожалуйста. Будешь. Нет. Дай мне ознакомиться до... Я вам дам ознакомиться. Ты отказываешься. Нет, не отказываюсь. Ты отказываешься. Я говорю, не отказываюсь. Нет. Камеру выключите. Не буду я выключать камеру. Я вам показываю. Я буду стоять с вами до победного. Нет. Ну, я ляжу перед машиной. Ну, лягайте. Вам положите. Вы не уедете никуда до тех пор, пока вы не покажете. Чему? Объясняю, Юра. Вы начинаете перегибать палки. Объясняю. Одного. Вы его отпустили. Вы даже розыск справы не провели. Ты согласен 13.95. Я ж тебе не сказав, що ти там щось вимагав, щось просив, щось ще. Я тільки добиваюсь одного. Якщо б ти почав розгляд справи бути, я цим був свідетелем. Вопросів немає. Ти согласен 247, закрив провадження, все, чоловік поїхав. І я, виходить, такий херовий до вас доколупався, все таке проче. Та ні, ребята мої. Є ще питання? Так, покажіть службові посвідчення. Я ж покажу. Я говорю, покажи, вот так вот, возьми, достань и держи. На камеру. Я говорю, на камеру. Нет, на камеру я говорю, я да. Показывать не буду. Будем стоять, ну, здесь долго. Хорошо, пока я вызов придет. Та даже если он придет. Ну вот посмотришь.
Ты отказался, правильно? Нет, я не выполнил. Отказался. Нет, я не выполнил. Я сейчас специально. Теперь вы скажите, мои родные, вы хотите сказать, что с этим говном можно ездить? То бишь, водителя вы отпускаете, а сами нарушаете. Ты отказался показать? Отказался. Я вам показываю, пожалуйста. Покажи, держи в поле зоны. Камеру уберите. Да нет, так давай ты будешь дома у себя, а не здесь надо. Ты будешь закон выполнять. До дома вы бы на меня вообще не зашли. А я и к тебе не заходил. Вот именно. А что вы ты на службе? Что вы кажете, что до дома? Так это ты дома можешь такое говорить. Я с друзьями все... это можешь не говорить. Не надо мне рассказывать, с кем мне, как... Я тебе буду рассказывать, не выполняй закон. Выполни закон. Дивиться, конечно. Уберите камеру, нет. Я вам покажу. Все. Ты все? Мне будешь указывать, держать мне камеру. Говорю, вы будете указывать? Я говорю, вы будете показывать. Нет, я вам показываю. Покажи. Уберите камеру. Смотри, у меня камера покажу. Работает беспрерывно. Я еще ни разу я не, за я вас не зафиксировал. Дуже радий. Дуже радий. Покажи мне службове посвідчення. Я вам еще раз повторю. Я буду переходить хамить. Нет, на камеру я не покажу. Я говорю, ты мусор или, блядь, кто ты? Я говорю, вы ведите себя нормально. Так а я говорю, с кем я общаюсь? С кем я общаюсь? С мусором? С гопником? С кем? Знаете что? Что? У меня нога. Аккуратно. У меня нога стоит. СБ начните изначально. СБ. Покажи службовое посвідчення. Да. А то посмотри. У меня нога аккуратно стоит. Ну, конечно. У меня стоит нога. Показали и уехали, все, я от вас отстал. В чем проблема? Мы первый раз бачимся. Да, я в первый раз бачу. Я вас не знаю. Я вас не знаю. Показали и уехали. У меня нога стоит. Дорогу ведите себе. Пожалуйста, дорогу. Хорошо. Удостоверите. Байнов Сергей Володимирович, полицейский СРПП патрульной полиции. Все, теперь ваше. Будь ласка. Шевченко Юрий Олександрович, все, вы так любезны, счастливого пути. Все, исчерпан конфликт, в чем проблема? Я не знаю, это же у вас проблема, это же у нас. Это у вас проблема не показывать. Это у вас проблема. Вам водитель же сказал, что не надо снимать, а вы не бачите. Да. Друзья, ну вот еще раз подтверждение того, что полицейские решают за вас вашу судьбу. Я был свидетелем того, что водитель пытался перед мостом, пытался сделать попытку. Он даже еще на мост не выехал. Вы слышали, что он говорит полицейский, а где же тут мост? И они начинают петлять. И петляют они очень красиво. Значит, запомните, мои родные, всегда... Запомните, всегда вы должны фиксировать все ваше общение на камере. Если вас в Чугуеве остановят вот эти вот красавцы с разбитым лобовым стеклом и будут менять, что вы нарушили, показывайте вот этот ролик им. Вот именно вот этим двум красавцам. Что получается, тут они его отпускают за то нарушение, за которое нельзя отпустить. Я к чему говорю? Они даже розыск не провели, они даже документы не увидели. А знаете это почему? Да потому что они меня увидели. Потому что я бросил все свои дела и приехал в область. Приехал в область, чтобы спасти хоть одного водителя от этих вот засранцев. А если бы я не приехал, было бы два пути. Напишите каких. Я каждому отвечу. Ну вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал, ну а я погнал дальше. Все, всем удачи. Да, и самое главное, подпишитесь обязательно в нашу группу «Надзор Харьков», и мы вам обязательно поможем. Все, всем пока.